Всем снова привет. Итак, да, я нашел выход. Хм, оказывается, вот тут. Нахренеть. Тихо. Куда нам дальше идти? Иди сюда. Стоп. Тут ничего нету. О. Ой, ой, опа. Нет? Блин. О, ящик, ящик. Не канает. Да блин. А, стоп. Залезь. Ёб твою, я мучаюсь. Так, R99. Отлично. Короче, аптечки нам не нужны. А у нас есть? Совершенствовать? Нет, у нас ноль. Ну да ладно. Тут что у нас? Боезапасы. Боеприпасы. Так. У нас полно. Блин, зачем столько? Не верь Борисову. Так. Тихо, тихо. Опять с ящиком какие-то проблемы. Давай, иди сюда. Сюда. The fuck? Ну, что ты делаешь? Еее, отлично. Многовато крови. Так, надеюсь, тут ничего не произойдет.
Опять во двор. О нет, о нет. Главарь. По-любому. По-любому, да? Блин. Какого хрена? Жесть! Нет, нет, нет. На, получай. Ха-ха-ха-ха. Ну чё, как тебя? Сердце. Давай, давай, давай. Блин, куда, куда? Куда, 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 куда? Получай. А, сзади, спина, да? Понял. Спина, спина, спина. Нихера себе. Фук! Сам подорвался, ха-ха. Давай, 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 давай. Отлично. Опа. Подожди. Подожди-ка, подожди-ка. Патрончики. Отдай. Проводить Кэтрин до башни. Блин. Давай прикалывайтесь. Начинается. Почти готово. Путь открыт. Ренка, идем. Идем, идем. Спас. Ха-ха. What the fuck?
На. Охренеть. Да сколько вас? Воу-воу-воу. Отлично. Стоп. Закрывай. Еее. Доктор Борисов, мы внутри контура. Да-да. Секундочку. Да-да. Контур включен. Ждем подъем. Скоро будет. Давай. Что у нас там смотрит? Доктор Борисов, питание отрубилось. Ренка, нам придется сдерживать их, пока Борисов не восстановит... Ну блин. Генераторы запускаются. Черт. Ренка, восстановите контакты на контуре с помощью МВП. Это даст нам время. Что это такое? На. Надеюсь, патрона хватит. Ну давай. На, получай. Да блин, сколько вас? Еее. Подъемник должен быть уже у вас. Наконец-то. Идем, Рэнк, поднимемся на башню. Давай. Рэнка, нам сюда. Да я тут, давай. Включай. Здорово, это у тебя получается, Рэнка. Отличная работа, Кэтрин. Так. Фух. Боже мой, вы совсем не постарели. Поразительно. Думаю, вы уже поняли, что история изменила свой ход. Миром правят русские, а Демичев стал генеральным секретарем. Позвольте показать вам, что случилось после того, как вы вытащили Демичева из пожара. Давай. Демичев захотел получить МВП, как только я его изобрел. Он потребовал передать ему устройство для опытов. Когда я отказался, он обвинил меня и всех, кто меня поддерживал, в предательстве. Если бы не вы, нас бы всех тогда расстреляли. Что это за картинка? Демичев помешался на сингулярности и ее возможностях. Но через несколько месяцев после ее запуска произошла катастрофа. Сингулярность взорвалась, тысячи людей погибли. Им еще повезло. Выживших ждала участь пострашнее, чем смерть. Излучение Е-99 вызвало мутации во всех живых организмах на острове, включая людей.
Остров объявили карантинной зоной. Катра-12. Но перед этим разработки на Е-99 были запущены в массовое производство. Московская Его применяют луна. Везде. От микроволновок и автомобилей до оружия более мощного, чем американские атомные бомбы. На волне успеха Демичев быстро поднялся по партийной лестнице, уверяя, что СССР обладает технологическим превосходством, которое нужно использовать быстро и жестко. Генсек Хрущев согласился. СССР нанес упреждающий удар по Соединенным Штатам, уничтожив все восточное побережье одной бомбой с Е-99. Аналогичные удары были нанесены по Европе. Германия, Франция, Великобритания – все пали под натиском Е-99 в руках советских солдат. Через полгода у ног Хрущева лежал весь мир. Но недолго, опираясь на армию своих последователей, Демичев сместил Хрущева и назначил себя пожизненным главой партии. Кто бы сомневался. Так. Куда он пропал? Записка. Дневник Борисова, запись 7. Сходил на исследовательскую станцию, установил мониторы и спрятал емкости с очищенным Е-99. Тяжелый был день. Только что поймал сок секлеща. Пора ужинать. Секлещ. Что это такое? Рыба какая-то? Секлещ. Так, дай пройти. Да, блин. Ну, нормально. Ничего так. Может быть. Пройти не дашь, да? Не дашь. Не дашь. Так, что у нас тут? Все. Опять записка. Дневник Борисова, запись 1. После этого инцидента я был вынужден запереть башню. У лифта собралась толпа, явно не настроена на переговоры. Опять записка. Дневник Борисова. Запись 3. А, это то же самое. Понятно. О. Не Нуно. Чего мне не Нуно? Плюшевый мишка. Чё? О, записка. Дневник Борисова, запись 4. Я подготовился к встрече с человеком из будущего и расставил по всему острову специальные установки, которые помогут победить Демичева. Надеюсь, они пригодятся моему гостю. Багаж. Что за багаж? Опять записка. Да ёптвы. Поменьше. Доброе утро. Пора навестить друга. What the fuck? Ла-ла-ла-ла. Так. Где тут можно улучшиться? Так. Тут нельзя. О! Отлично. Модернизатор. Сколько у нас штук? Тысяч. Увеличен максимальный запас энергии МВП. Железный увеличен максимальное время задержки дыхания. Не знаю, пригодится или нет. Ладно, не будем. Вот это улучшим и все. Так, куда нам тут еще можно пойти? Ого! Это что? Типа что, садится и молится? Дневник Бориса, запись 6. Не понимаю, как сюда попал этот человек из будущего? Разве такое возможно? И когда он вернется? Я должен все для него подготовить, пока не поздно. Продолжаю исследование. Тихо. Опа-на, опа-на. Нычка. Нормальная такая нычка. А,
Прикольный, хочу себя такой. И проектор хочу себе такой. Так, тут уже все проверил. Ну, давайте пойдем. Нет, давайте-ка, наверное, завершим эту серию уже. Продолжим уже на следующий. Всем пока-пока. Ту-ду-ду-дум.